День третий. Все, мы садимся уже в Дагестан. Первое место у нас посещение — это Султанский водопад. Грозная жара невыносимая. Вчера в 9 часов 31 градус был. Дагестан. А, Дербент, да? Сколько нам в пути показывает? Дербент. Султанский водопад. Взгляните. Нет, надо место забивать какое-то. Он прям в Дербенте находится? Нет, он из Бербаш проезжает. Вот он, вот водопад. Ханадский водопад. Кшеляхский водопад. Ты написал, что это Дагестан? Ну, я сказал... Дербент. Дербент. По-другому нужно. Нужно именно то место, где он находится. 270 или 269? Ну, 270 километров. Сколько? 4,5 часа в пути. Ну, ничего, поехали. Вот, мы на шоссейную едем. Да, шоссейную. Ага. Сейчас поедем на шоссейную. Подъезжаем к рынку, да, Вася, или что тут? Тут да, пробка, вся чёрная. К вещевому рынку. Сейчас подъезжаем. За шубой едем, за шубой. Олесь, может, пойдем по кастрюле купим? Ага. По какому-нибудь чайному. Да ладно, что вам кастрюля? Сейчас шубу купим. Чайную. Вам. Да, шуба у меня есть. Да, не такая. Не такая? Да, не такая. Не, мы лучше запасуем. Надо на обратном пути. Кастрюли купим. Кастрюли купим, да. Пробка, конечно. Сколько мы уже? Минут 30, да, стоим? Да, уже нет. Хорошо, что у нас машина с кондиционером, а то бы мы тут пожарились. А сколько там, Вась? 31 градус. Так это на ходу. Нет, не на ходу, мы стоим. А, стоим? Мы стоим. Время в пути 3 часа, 3 часа 10 минут. Именно на месте. Первое, как море видим, останавливаемся и прыгаем сразу. Да? С разгоном? С разгоном, у меня и машина тоже море не видела. Да. Ну мы с Олесей, с Ниной выйдем, а ты прям можешь с машиной вместе. Не, я привяжу и вам в руки дам веревки. Если что, тянуть назад. Специально включила телефон записывать ваш день. Вася тут ругается на всех. Козлы. Да, тут такое движение, конечно, в Дагестане. Я такого даже в Грузии... Ладно, слева лезет. Грузии, с бордюром откуда-то сыпятся все. С бордюров, с газонов. Да. На мотоцикле против шерсти вообще. По кольцу против кольца. Против шерсти по кольцу. Да, вообще. Это вообще класс. Господи, едешь и молишься. Доехать нормально. Тут хасавюр, да? Только хасавюрте такое творится, больше вот вроде нигде. Да везде у них тут хасавюрте вот такая. Хасавюрте вообще у них вот такая фигня. Они с неба сыпятся, не знаю, откуда они сыпятся. А вот дальше там полегче, там они лучше. Да? Ну да, там поспокойнее. Даже в Махачкале и то спокойнее. А вот тут хасавюрте у них какой-то непонятный. Бешеные какие-то все. Мы скоро с него выйдем, Вася? Я уже заикаюсь. Немножко. Да еще, глянь, сколько. Три километра, да, вот до куда? Ну, до кольца, а после кольца еще есть. Еще чуть-чуть. Да, еще. Да, какой-то.
Мы остановились, Вася, арбузы в дыме возьму. Зарядки нет. У меня штекер другой. Думала, у Васи в машине буду заряжать, не получается. Не знаю, что буду в Дагестане снимать, зарядки нет. На Васин буду снимать, потом по себе поскидываю. Что, мы не дынь будем? Дыню, арбуз хотим. А мы есть чем там? Но он все красиво. Красиво, да. Это мы где, в каком месте? Наверное, пейзаж с фоткой. Это мы едем на водопад. Ой, там нет, отсюда это уже не видно будет. Да. Нам до водопада осталось 30 минут. 27 километров. Ого. Красивый город, о, какой-то необычный. Вот это да, вот это хорошо. Вот так вот, а то я не вижу красоту. Я фотик не буду брать. Или взять фотик. Сигареты возьми, ходи быстрее. Смотри, папа все. Где мы находимся, какое-то село, да. Село какое, сейчас скажу. А, ты скажешь, да? Сейчас попробую сказать. Тут улочки такие узкие. Где-то высоко в горах Дагестана. Саджал. Саджалхуй, да? Хаджал-Махи. Хаджал-Махи. Ёперный балет. Это не Хаджал-Махи, это ёперный балет. В планах еще сегодня Дербент, да? Ну да. Успеем мы или нет? Конечно. Успеем. А что мы там ночевать в этом водопаде будем? Нет, полчаса курсу, когда посмотрим. Ну да. Посмотрим. Куштанем на елки-палки и соберемся и погнали. Ушли с маршрута. С кем не бывает. Нет, я думала, что мы уже приехали к водопаду. Нет, там это просто пещера. Просто пещера. Зайдете в пещеру? Нет, не зайдем. А кто зайдет? Ну, там пока-нибудь херня улетит. Это пещера. Да? Ну, никто не зайдет. Ну, а он что, дыхает тут? Нет. Поехали. Поехали? Как-то жутковато, да, чуть-чуть? Ага. Так, чтобы пройти к водопаду, надо одеть сапоги, потому что там 100 метров по ледяной воде. Я вот думаю, что мне делать, смогу я или не смогу. Носки, если у вас есть, вам не нужно. Да, обидно будет, конечно. А обувь тут оставлять? Все в одну кучу положить. Ой, ёкалы, блин.
Японский говорит, вот так, на него и все, глянь, на Лефе называют. Ой-ой-ой. Я вот думаю, смогу я пройти по воде или нет? Стоило приехать с Пятигорска за 600 километров, чтобы не попасть на водопад. Очень, конечно, обидно. Иди сюда, садись вместе, будем кино сниматься. А если вам намочиться пойти? Намочиться пойти? Я умру от холодной воды. Да, да, вода, говорят, сильно ледяная. Ну, она не совсем прям сильная, но холодная, да. Нет, я, наверное, не буду рисковать, да. Сумочку. А там был на мой телефон. Хорошо. Подожди. Обидно, конечно, но мне обещали все поснимать, все показать. Что, включился, да? Да. Морем пахнет? Ты прикрываешь пальцем, да? А? Да что-то пахнет. Говорю, кульки не надо было там отдавать. А, сейчас написано. О, песок. 9 часов на море приехали. Ой, сейчас у меня полный песка. У меня же сеточка. Да ладно, Вась. Зато на море. Ой, море, 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 море. Ой! Не видно ничего. Вася, почему у тебя ночная съемка такая плохая? Она не чистая. Прямо уже грязная. Покажем хоть, что мы ножки да в море мочили. Да. Иди поздоровайся, Вася. Доброе утро. Здрасте, бандасти. Все, мы возвращаемся. Мы в Владикавказе. Вчера ночью приехали. Искупались в Каспийском море с Олесей. И ночью вчера... Сначала хотели остаться в Дербенте. Ну, решили, что лучше уже это, домой ехать. Уставшие сильно. Вася молодец. Вася, и ночевать вчера... неохота было. На домой. Автопилоте. Да? Хочу домой. Вася вчера на автопилоте нас привез. Переночевали, утром встали, завтраком накормила, собираемся домой. Столько положительных эмоций от поездки вообще. Да, одна эмоция не получилась. Какая? Да? А, Дербентская крепость. Крепость нет, мы не взяли. Нет, водопад. Не почему? Я красоты посмотрела, просто возможности не было. Скинули? Да. Водопад. Только ты мне море не скинул, сказал не скину. То, что я Нине... Ну, снимал на ее телефон, все на тебе скинула. Нина скинула, да. Где они выходят, заходят, так все, водопад, ну, все. Да. Не было возможности физического у меня, потому что там нужно было 100 метров идти по ледяной воде, нужно было одевать высокие сапоги. А потом сапоги. За канат держаться по стене, да. Отвесная почти стена. Не, я было... бы прошла, если бы я одела сапоги. А, у меня ну, да, из элангеты, да. Да, нога не поместилась, но ничего, потихоньку посидела. Ты бы прошла все равно. Да, я прошла, посидела, посмотрела, красота, конечно. Всем рекомендуем. Вась, но больше всего меня тронула Ингушетия. Моя новая любовь Ингушетия. И безумно понравился Дербент. Конечно, старый город, такой... Это не надо. Все, скидывай, пусть на память. Ах, это я не выложу, да, не вставлю. Мы там с Олесей штанины до пупка закрутили и в море. Я говорю, Олесь, прыгать будем. Ну, побоялись, потому что на море были в 9 часов. Темно было уже, волны были. Ну,
такое спокойное довольно море было, мы побоялись, уставшие. Хотя я полотенце взяла, думала, сейчас будем нырять, раз приехали. Ну что, повод будет вернуться. Повод будет вернуться посмотреть Дербент. То, что ты снимала, я рукой махал, мне надо. Там ничего не видно. Одна рука. Не надо, это мне просили записать. Смотри, это шершень или что это летает? Смотри. Наверное. Да, походу. Да, повод будет вернуться в Дербент, погулять Дербент. Сразу вспомнила мою подписчицу. Мадинка, привет тебе, пламенный. Только заезжаем в Дербент, я вспомнила, говорю, у меня же там подписчица живет. Город твой безумно понравился. Такой теплый, гостеприимный. Понравился очень Дербент. Ну, посмотрели мы мало что. Мы вот заехали на водопад. Он у нас украл целый день. Мы не рассчитали со временем. Пробки. Ну, вернемся. Обязательно вернемся в Дербент. Мы с Алисей уже решили. От нее не похудеешь. Все, на этом буду прощаться. Поделилась эмоциями. Следующий влог уже будет из Пятигорска. Нина гостеприимная, которая нас встречает. Все. Это... У меня с каждой поездкой все больше и больше новых друзей появляется. Почему я несказанно рада? Вася уже меня со всеми родственниками своими знакомит и дружит. Нет, тетя у тебя шикарная, просто шикарная. Вообще, женщины... А ты лучше всех. Лучше тетя всяких. Еще нравится мне везде флаги. Не, ну конечно, у меня жена самая супер. Ну конечно, а я лучшая подружка, боевая подружка. А ты самая лучшая. Все равно. Короче, все хорошие. Да, все мы хорошие. Все мы друг друга любим, уважаем. Ладно, большое спасибо, что смотрите, подписываетесь, делитесь. Не получалось, я думала, с каждой... первый день у нас была Осетия, потом Ингушетия, думала, каждый день буду выпускать влоги, не получалось, интернета нет, интернет долго грузится, мой мобильный телефон, мобильный интернет не успевает все конвертировать, выкладывать. Ну, думаю, уже домой приеду, каждый день буду выкладывать. Все, всем пока.